gonna take you back to the past. He's gonna take you back to the past. To play the shitty games and suck ass. He'd rather have a buffalo. Take a diarrhea dump in his ear. He'd rather eat the rotten asshole of a roadkill stump and down it with beer. He's the angriest gamer you've ever heard. He's the angry Nintendo nerd. He's the angry Atari Sega nerd. He's the angry video gamer. Вот и все, ожидание наконец-то закончено. Вот обзор игры, которую все так хотели увидеть. Представляю вам Супермен на Commodore 64. Да, вы ведь это имели в виду. Commodore 64 — лучший домашний компьютер из 80-х. Эта игра идет на гибком диске. Помните такие, которые в самом деле гибкие? Давайте уже вставим этот хуй и поиграем в Супермена. Вот и стартовый экран. Без инструкции вы не поймете, что дальше делать. Вам нужно записать лот, звездочка, запятая, 8, запятая, 1. На 5 секунд вылезет черный экран, а потом надпись. Загружаем Супермена. Ну хотя бы понятно, что мы не ошиблись. Теперь подождем, пока все это говно загрузится. Помните первые консоли с дисками, где постоянно все грузилось? Ну, здесь ничего подобного нет. Эта игра грузится 2 минуты 7 секунд ровно. Да, я засек. Потом появляется главное меню, играет музыка. Ты думаешь, ух ты! Погодите-ка, вот это что? Напишите букву, которая обозначена в 9 ряду 10 столбце? Да блин, мне еще и карта с кодами нужна. Сраная карта. Ищешь нужное число и... Опа, это 5. Ну нахера мне это делать? Выбирайте сложность и знаете что? Она опять грузится! Уже 54 секунды. Не очень долго, но тянется как вечность. Но потом, когда мы прочитаем этот комиксовый сюжет, сукин ты сын. Примерно через 2 недели, когда игра запустится, вы удивитесь тому, что графика тут весьма ничего, а геймплей просто понятен. Просто летаешь и всех стреляешь. Не нужно быть Кларком Кентом, ходить в метро и страдать прочей херней. Так что она вообще-то лучше, чем версия на Nintendo. Это не значит, что она хорошая. Это все равно, что дерьмо, которое я отложил сегодня, лучше, чем то, что я отложил вчера. Джойстик, чертов вибратор. К счастью, в тот же порт можно воткнуть джойстик от Atari или от Sega Genesis. Правда, потрясно. Первый уровень — 3D перспектива, а во втором уровне нужно спасать шаттл от кучки астероидов, вроде как обычная двухмерная стрелялка. Третий уровень — сайд-скроллер, ну какое-то разнообразие. Но это один из самых задроченных уровней в истории видеоигр. Каждый раз, получая удар, вас отбрасывает. Ять! 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 Хватит с этого говна. Но ведь не это хотели увидеть. Не, вы это хотели увидеть. Да вы серьезно хотите, чтобы я в это поиграл? Что ж, я это сделаю, но только для вас. Потому что вы мне очень нравитесь. Не воспринимать серьезно. Все или ничего, врубаем питание. Сначала вы видите улыбающегося мультяшного лиса. Титус? Что за хер такой? Но вообще-то официально название игры просто Супермен. Ну а поскольку в целой куче игр на Nintendo 64, 64 стояло в названии, ничего удивительного, что так запомнилось людям. Прежде всего, меня беспокоила прилипчивая музыка. Ну почему не тема Супермена? Ну ту, что с Джоном Уильямсом. Почему ее нет в игре? Сразу же после начала игры нужно летать через кольца. У меня времени-то и приноровиться к управлению не было. Вы думаете, что после начала игры вам тут немножко свободы? Ну, полетать вокруг, посмотреть, что как? Ну так нет, нужно летать сквозь кольца. Облажаться нельзя. Если пропустить больше, ну, 3, я не знаю, иногда это 2, иногда 4. В общем, я не уверен. Короче, пропустив несколько, вас отбросит в начало. Придется пробовать снова и снова, пока у вас не получится. А сверх того, есть еще и лимит времени. Поскольку от самого начала игры, вы, наверное, ожидаете, что времени будет с избытком. Ну так нет. Времени там ровно столько, сколько нужно, чтобы пройти через все кольца. Нужно быть совершенным. Вам может показаться, что это я дерьмово летаю, но управление отвратительное. Нужно очень специфично вертеть джойстик, иначе Супермен полетит в другое направление. Из-за этого, при попытке сделать резкий поворот, вас просто носит по всей округе. Вы, наверное, знаете не хуже меня, я бы мог этого не говорить, но эта игра, блять, упоротая! А знаете, что в ней наиболее жалкое? 9 еще и 10 лет нет!
Совсем чуть-чуть, но в 99-м тоже были стандарты качества. Чё я застрял? Да как я, блядь, застрял? Я как раз под мостом. Похоже, Супермен дрочит свой суперчлен. Естественно, что когда вы увидите таймер, значит, что вам нужно спешить. Ни к одному этому кольцу нельзя подлететь тихо и аккуратно, ведь нужно все время двигаться. Если вы пропустите кольцо, вам предложат вернуться назад и пройти через него снова, а через другие нельзя будет проходить все это время. Так что вам придется пролетать через все по порядку. Но поворачиваясь, пролетая через пропущенное кольцо, вы просрете столько времени, что у вас его уже просто не останется, чтобы вовремя пролететь через остальные. Нужно продолжать лететь. Если задержитесь хоть на секунду, то это все. Видите, все, я уже проебал гонку, так что теперь могу спокойно совершить суицид. Видите это здание? Сейчас я в него вшатаюсь. Ну, бля, нихера не помогло. Че, я умереть не могу? Можете считать себя застрявшим в чистилище, пока таймер не истечет. В любой плохой игре самое ужасное — это отсутствие возможности себя прикончить. А что с ударами-то? Я что, в этом блядском отбросе от игры могу кого-то ударить? Наверное, я уже никогда не узнаю. Но почему, блин, эти удары такие корявые? Вы, бля, шутите? Я ведь даже близко к стене не стою. Как я застрял? Посмотри, как много пространства. Как много пространства. Сколько здесь пространства? 15 секунд, и я почти на финише. Почти на финише. А, блядь, господин Кольцо, дайте еще один шанс. Блин, что он делает? Упражнение? Ой, ну это просто смешно. Эта игра неплоха. Она реально плоха. Да, бля, серьезно, это лошадиное говно. Уже почти на финише. Меньше 10 секунд. Давайте, как-то могу еще успеть. Последнее кольцо. Блядь! Сука, хуй, жопа, говно! Поверить не могу! Всего-то одно кольцо оставалось. О, вот сейчас жопа. Сейчас полная жопа. О, сейчас я это сделал. 4 секунды. Давай. Дерьмо, блин. И что, не считалось? Ну и наконец-то, пройдя через все кольца, вдруг вылазит инструкция. И тут же исчезает. Что там было-то? Вроде что-то насчет машин. Но времени почитать не было. Че, уже все? А что делать-то надо было? Что? Второй попытки не будет? Меня обратно к этим ебучим кольцам отправили? Купа верь, что играя в игру про Супермена, где все, что нужно делать, это летать сквозь кольца. Сначала подумал, что это режим тренировки. Ну, типа, вашу точность испытать. Много где еще такое есть. Помните Star Fox на Super Nintendo? Там был режим тренировки, где нужно сквозь кольца лететь. Но даже так, через все кольца летать не нужно. Дело в том, сколько сможешь ты их собрать. В самой игре уже летаешь и стреляешь по врагам, и уворачиваешься от препятствий. Ну тогда это-то что за дерьмо? Тут нужно с плохими парнями драться, а не тренироваться в полетах. К тому же, самой плохой точностью управления в видеоиграх. Хотя тут вообще-то и вправду есть тренировочный режим. Чисто из любопытства я решил на него посмотреть. И знаете, что я там увидел? Полет через кольца, да. Вы что-то еще ожидали? И вот я снова здесь. Сообщение мелькнуло на экране меньше, чем на секунду. И у вас 7 секунд, чтобы сделать что-то. Блять. И снова кольцам. Вот будет у меня второй шанс, я, может быть, и успел понять, что там нужно делать. Но я, блин, был слишком удивлен, потому что прошел через эти кольца. Потом вдруг получил новый таймер, короткое сообщение. Я точно в ту игру играю. Она про Супермена, где надо через кольца летать. У них идей там получше не было. Это все равно, что сделать игру про Бэтмена, где все, что он делает, так это играть с классики. Ладно, пришла пора 7-секундного машинного заезда. Вставай, вставай! Отлично, поймал машину, а дальше чё? Таймер сбросился к 11, странно. А с машиной-то что делать? Вот тут еще одна машина идет, мне ее остановить? Вот, это дерьмовенько. А вообще нужно просто взять да бросить обе эти машины, пока они прохожих не сбили. Но вы угадайте, что будет потом. Еще кольца! Ну а после вам нужно будет поднять мусоровозку и отнести ее на финиш. Кажется, здесь начинает проявляться система. Летишь через кольца, берешь машины, летишь через кольца, берешь машины. Пришел он к финишу, и что вы думаете было дальше? Серьезно, просто попробуйте угадать, что будет дальше. Еще кольца. Ага. Вот что это за игра за такая? Это тест на невменяемость? Так, с меня хватит. Мне очень жаль, но я больше не могу. Игра и на говно-то не похожа. Она похожа на говно, срущее говном. Она невероятно шокирующе плоха. Она болезненно недоделана. Прогнившая, блядь, до нутра. Это просто куча бляканий. Она не принадлежит к этой планете. Кто-то должен это сделать, и это работа для ебаного задрота.